Лагерь страха. Третья серия. Давай вспомним детство, сверчок. Давай, новенькая, догоняй. Иду. Ха-ха-ха-ха-ха! Вставайте, мальчики! Ну что, опять мы возвращаемся в детство 5 лет назад? Не надо. Мне кажется, надо было начинать с оружия поменьше. Раз мы уже мокрые, предлагаю попить коктейли на террасе и заодно искупаться. Да. О, здесь есть тренажеры, надо подкачаться. Буду себя снимать. О, качество будет зашибись. Здесь есть купальники. Смотрите, сколько здесь коктейлей. Я буду купаться. Я тоже не отказалась бы. А я попью коктейли. Я тоже. А я вот этот. Надо подкачаться, надо подкачаться. Надо подкачаться, надо подкачаться. Ты бы еще малиновую ладу спел. Без проблем. Малиновая лада, малиновый закат. Хотел луна к нары, а везу тебя за МКАД. Вкуснотища. Согласен. Внимание, говорит Дебра. Осталось 2 дня до открытия лагеря. Понимаю, хочется потусить у бассейна, но нужно работать, поэтому идемте чистить конюшни. Как дела в колледже? Нормально. А вы с Блэром не разлучны, как раньше? Да, некоторые вещи не меняются, в отличие от тебя. И тебя. Кажется, у нас не вышло оставаться на связи. Так бывает. Справитесь без меня. Вы были подругами? Лучшими подругами. Что случилось? О, класс! Это для моего кино. Это, наверное, охотник случайно забрел на конюшню. Странный охотник разделал тушу оленя, сложил кости горочкой, и никто ничего не услышал. А я говорила вам, а вдруг это тот маньяк-экстазонист? Не надо выдумывать, это все слухи. Продолжаем работу. Стойте! Мне кажется, это тот странный садовник с бабочкой на башке. Он вчера напугал меня в лесу и сказал, что надо уезжать отсюда. Я поняла. Не беспокойся, он не опасен. Уверены? Он так кричал из-за сорванного цветка. Ребята, посмеялись и хватит, пора работать. Привет, Дрю. Тебе, наверное, так же сложно, как и мне. Они все дружат с детства, а мы... До свидос. Новенькая, ты как раз вовремя. Мы как раз идем плавать. Все вожатые должны искупаться в озере Стилвотер. Это уже традиция. Есть одна легенда про озеро Стилвотер. Говорят, если слишком долго всматриваться в воду, то вода будет смотреть прямо на тебя. Я захожу, кто со мной? Лучше за мной. Не отставайте. Чур, я с трамплином. Мне лучше оставаться в одежде, ведь я не успела похудеть. Сяду на круг. Я тоже. Эмми, я тебя снимаю. Скажи что-нибудь в камеру. Джоэл, вечно ты со своей камерой. Ты ее когда-нибудь выключаешь? Черт возьми, что это сейчас было? Ладно, наверное, показалось. Ну, иди же в воду. Давай к нам.